Приветствую вас, друзья. Баходур Усманов, таджикский боксер, уже в финале. Он вчера выиграл колумбийского боксера. За 3 недели он провел 3 поединка и во всех одержал победу. Теперь Баходур Усманов в финале. Надеемся, что он в финале победит и покажет, какой таджикский бокс на самом деле. Это битва континентов. Баходур Усманов выступает за Среднюю Азию. Он выиграл уже россиянина, южноафриканца и колумбийца. Так что надеемся, что в финале Баходур Усманов победит и порадует всех своих земляков. И, конечно же, поднимет флаг Таджикистана именно на этом турнире. Это очень большой турнир, межконтинентальный турнир. И Баходур Усманов единственный боксер из Таджикистана, который выступает за Среднюю Азию. Друзья, пишите ваши комментарии. Как вы думаете, Баходур Усманов победит в финале или нет? И, конечно же, поздравьте его за эти 3 победы. Мира вам и добра!